дамочка с собачкой. И вот мы идем с Лакушей гулять, идет мальчик мой, мой Галёсик, как он обрадовался. Доброе утро, друзья! Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Сколько в нем счастья! Сколько счастья в нем гуляет! Погода сегодня хорошая. Так тепло на солнышке. Гуляй, мой мальчик, гуляй. Куда пойдем? Сюда пойдем. Пошли. Сюда пойдем, сюда. Сюда пойдем, сюда, да. Ой, как пахнет. Цитрусы цветут. Обалдеть. Ну что, не будешь делать свои нужды? А? Пошли, пошли. Гуляем там кисы. Да, да, погуляем. Хорошо, мой мальчику. Ой, ему не скучно. Не скучно, Лакуши. Лакуши не скучно было. Вот мы сели с Лаки. Рядом парк возле нас. С парком парк. Вот Джами рядом. Такой вот парк неухоженный. Но говорят, что сейчас все будет муниципалитет Мерсина. Будет за всем ухаживать, приводить все в порядок, асфальты делать, дороги. Смотрю за километр, чтобы не было собак, потому что боюсь действительно. Почему я собаку не хочу? Можно с ней поиграться, но вы знаете, сколько нужно хлопот с ней? Вы не представляете, я несколько раз вставала, смотрела, как он, где он, что он. Такая ответственность. Вместе с нами он не спал, не захотел. Он пока должен же привыкнуть к нам. И вот я ходила постоянно, каждые 2 часа просыпалась и смотрела за ним. Но что-то он не кушает. Вот чуть-чуть кусочек сыра я ему дала, кусочек, а свой корм не кушает. Наталья строго-настрого запретила нам кормить его чем-нибудь, кроме корма. Он на моем дне рождения тогда переел всего, и мясо, и всего. 3 дня, говорит, вырывал. Поэтому строго-настрого она сказала, только корм. И вот и корм не кушает. Видно, тоскует. Вчера, конечно, тосковал, плакал, так вот скулил. Не отрывал взгляда от дверей. И отключался, засыпал и просыпался. Ну, конечно, он маленький, привыкает к своим хозяевам. Без Натальи никуда он. Несколько раз обнюхивает этот стул, где она сидела. Да, Лаки? 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 Лакуша? Лисеночек, такой холюсенький. Такой холюсенький утром сегодня. Так радовался, когда меня увидел. Я с ним столько наигралась с утра. Да, иметь собаку — большая ответственность, когда ты раньше не имела. Это очень большая ответственность. Я даже вчера все внимание ему, своими делами практически не занималась. Так что я поняла, что пока, может, первый день трудно привыкнуть, а потом привыкаешь ко всему. Пока не готова, естественно. Им надо утром встать погулять в 6 часов. А в 6 часов трудно вставать. Хорошо, там в туалете постелили мы пеленку такую, и он туда писает. А так трудно в 6 утра просыпаться. А там кошки, а он такой всех боится. Да тут кошки, как тигры. Наш парк. Гуляют. Я смотрю за то, как благодаря Лаки я вот вышла с утра. Но на берег, на набережную я одна не смогу пойти, потому что боюсь, что его
покусают. Вот такая у нас история первого дня пребывания вечера. А сегодня будет хорошо, да, Лаки? Сегодня хорошо будет. Ну, играться любит он, мой сладкий. С ним играемся. Сегодня очень хороший день. У нас у него настроение пришло у нашего мальчика, попугайчика. Вот он нюхает. Наталья вчера накрыла на плечи. И он все нюхает, нюхает. Ему спокойнее. Наталья, твой сыночек скучает по тебе. Лакуша, пахнет там? Мамой пахнет? Мамой? Мамой. Ашкин мой с ним пытался играть, но боится. Ашкин, сен коркуйорсун, копек? Копек коркуйорсун? Лаки да коркуйорсун. Лаки. А вот и я сама. Ой, столько энергии положительной я от него беру, друзья мои, это какое счастье. Но, конечно, очень много надо силы, терпения, времени на животное, да. Я вчера, что когда его привезли, оставила, он нервничал, плакал, и я не могла ничем заняться своими делами. Поэтому не вовремя не загрузила даже вам видео. Он постоянно нервничал, я его развлекала, пыталась, я туда ходила, сюда ходила. Ну вот так вот у нас и прошел вечер. Надеюсь, мы с ним подружимся, а завтра уже Наталья приедет за ним. Наталья уехала в Каппадокию с мамой на экскурсию. И, ну, они не боятся, мы боимся пока куда-то ходить, ездить. Так что мы тоже спросим у них, поспрашиваем, что и как. И, наверное, потом поедем тоже. Посмотрим. В принципе, я была уже там. Сейчас там очень холодно будет. Лаки, что ты делаешь? А, Лаки, что делает? Смотрите, посмотрите. Ты что делаешь, мой мальчик? Мой любимый мальчик. Хороший мальчик. На работу? На работу? Вы знаете, когда говоришь слово «на работу», он очень это понимает. А, Наталья Ильича, я пошла на работу. На работу. Ты будешь себя хорошо вести? Лапуля! Пошли играть.
Посмотрите на этого мальчика. Так, наконец-то Сладька заснул. Мы наигрались с ним, Машкин с ним гулять пошел. Манюлечка. Покажу сейчас я, что я сегодня приготовила кушать. Так, вы посмотрите, какой у меня здесь салат. Вот мой суп. Вот моя гречка. Вот так я кушаю. Видите, как я кушаю? А Шкему приготовила вот такое вот красивое блюдо. Когда мы идем в ресторан, он всегда, ну, то есть в Лаканту, в столовую, когда днем, он всегда это любит заказывать. Тут картошку, синенькие баклажаны. Я отдельно пережарила в масле. И курицу нарезала филе огромными такими кусками. Пожарила и сама придумала этот рецепт. И вот плов его готовится. Все, сейчас мы будем кушать. Лаки, Лаки, иди сюда. Ну, как он скучает, знаете. Лакуша, мальчик, ты гулять собрался? Ты гулять собрался? А ну, пойдем кушать. Кушать пойдем. Пойдем кушать, мой мальчик. Пойдем кушать, зайчик ты мой. Сладенький такой, красавчик, посмотрите, как он смотрит на меня. Как он смотрит на меня. Все, все. Ой, чай кипит. Чай не кипит, побежала я. Где Лаки в этот момент? Смотрите. Смотрите, какая красивая еда у моего мужа. Это ежегашка. Это ежегашка. Ашкем, сын, аск, кючук, кючук, сыночок, сыджак алмаз. Посмотрите, посмотрите. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ашкем, сыджак алмаз. Постепенно Ашкема привыкает. А вот моя еда. Ашка, сын, сын, сын более, вер более, кой более, бурада, у Аладжак. А, бак сын. Аладен мы сын, насылядим. Надо так ему дать на ручку, и он слежит. Все, етер, етер, потому что он не кушает свою еду, а мы ответственны перед тобой, Лаки. Наталья приедет, что скажет? Кютулду оглум. Плохо стало ребенку. Иди, ложись здесь. Ложись, ложись, мой зайчик. Все, дайте нам сейчас, дай нам покушать, и потом мы с тобой пойдем гулять. Посмотрите, какая у нас любовь. Да, он залез на меня. Вот такой вот. О, посмотрите, посмотрите. Ой, мой мальчик. Посмотрите, какой у меня холёсий, мой седотик. Вы видите, я легла, мы только поужинали, я легла, и он так на меня, на мне расположился, мой Ашкым ревнует. Говорит, это моя, говорит Ашкым. Выехалёсь, видите, какой он. Посмотрите, вы видите, я в шоке. Видите, я в шоке. Ашкым пасмбаксен, не я пьёр, бана гельды и более я пьёр. Ашкем в шоке, ашкедовый шок. Ашкем кысканма. Кыскани. Моя мама. Бак. Иди, Гуль, посмотри, бак. Гулять хоть хочешь гулять? Иди с Ашкемом гулять. Гулять. Сын Соли гулять. Гулять, нет. Гулять, скажи. Гулять. Кака, писять. А? Да, какать, писать. Иди, иди гулять, гулять. Гулять, иди гулять. Ашки, бак. Гулять, гулять, а он более я пью. Гулять. Блютуф. Бак, Ашкем, Ашкем. Все, Ашкем, бегун без берабер, я тюрус.
А мы сегодня вместе с ним спим. Да? Да? Няшка, посмотрите на него, как смотрит. Иди гулять пойдешь со Шкемом. Гулять? А вот и наш Лаки. Только я что-то про него сказала, и он сразу чувствует. Вот Наталья будет смотреть видео. Посмотри, как твой Лаки спит. Ой, Боже мой. Толстушка маленькая. Ну и все, сегодня день тоже прошел. Кушал он не так хорошо. А попрошайничал, когда мы ужинали. Ну, по-своему тоскует, это точно. Смотрим фильм. Я монтирую видео. И наблюдаю за Лаки. За каждым шагом, только дверь откроется, он уже просыпается. Все, спокойной ночи всем, друзья. Завтра день будет еще лучше. И завтра приедет его мама, если успеет забрать. Смотря когда приедет, она вернется. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.